Но этот случай не таков. Здесь отключение произошло, так сказать, на стороне самого «Эхо Москвы», ну, если можно считать «Эхом Москвы» его контролирующего акционера и его совет директоров. Я не знаю, что будет дальше. Часть сотрудников «Эхо Москвы» находится в России, часть сотрудников «Эхо Москвы» находится за пределами России. Вы знаете, что сегодня, 4 марта, был буквально молниеносно в трех чтениях принят закон о 15 годах тюрьмы по произволу тех, кто решает, какая информация о войне правильная, какая информация о войне неправильная. Они могут теперь по своему собственному усмотрению отправлять в тюрьму на 15 лет всякого, кого они посчитают несоответствующим своей генеральной линии. У многих сотрудников «Эхо Москвы» есть свои собственные социальные сети, свои YouTube-каналы, свои Фейсбуки, свои Телеграм-каналы, свои Твиттеры и так далее, и так далее. Каждый сейчас будет решать сам, что ему делать со своими сетями дальше. И, возможно, образуется какая-нибудь кооперация по этой части, может быть, появится какое-то новое совместное медиа, может быть, нет, может быть, это будет «Эхо Москвы 2.0», а может быть, это будет что-то совсем другое, я не знаю. Прошло слишком мало времени, и у меня нет никакой информации, которую я мог бы сообщить вам по этой части. Кроме того, вам надо понимать, что я сам лично нахожусь вне России, я не являюсь частью редакции, я не сотрудник «Эхо Москвы», никогда им не был, я приглашенный автор «Эхо Москвы», поэтому я могу не знать многого из того, что происходит там внутри, что происходит во взаимоотношениях, в планах, в намерениях моих коллег и моих друзей на «Эхе Москвы». Мы с вами вместе узнаем об этом позже. Есть еще одно обстоятельство. Я разговаривал вчера вечером с одним из руководителей «Эхо Москвы» на предмет того, что происходит с архивом сайта «Эхо Москвы». Ведь за время существования радиостанции там накопилось громадное количество всяких материалов, текстов и аудиозаписей программ, разных блогов, разных заявлений, сообщений. Я сам опубликовал там, наверное, тысячи разных постов,